Тагайт, ребят. Бьем зеленого вампира. Вот вот здесь, вот снизу. В идеале цвета делать. Снизу. Если вы бьете с этой клетки, неважно какого дракона, красного, голда, черного, неважно. Вас всегда будет бить только 2 стека. Если вы ударите с этой клетки, вас будет 3 стека. Потому что в случае, если вы бьете с этой клетки, почему вас бьет 2 дракона? Потому что третий не может ударить, не прожигая. Если вы бьете с этой клетки, вас могут ударить 3 дракона, не прожигая друг друга. Поэтому не надо тратить. То есть смотрите, почему нельзя лететь в угол? Потому что мы можем улететь в угол, получить по роже и еще потерять вампиров. А здесь мы типа сразу отжираемся. И все, ну и важно бить в зеленого. Главное в зеленого бить. Просто высаживайтесь туда единички, и все. Можно до двушки. Чамик, ты, конечно, выпендриваешь, но есть люди, которые этого не знают. Это ни к чему.